Новгородская область и Ненецкий автономный округ будут сотрудничать в экономической, научной и культурной сферах. Об этом договорились сегодня руководители регионов Андрей Никитин и Александр Цибульский. Документ подписан в ходе рабочего визита новгородской делегации в Нарьян-Мар. Одна из инициатив – предоставление жилья в нашем регионе переселенцам с Крайнего Севера. Более 2000 семей хотели бы переехать в регион с более мягкими климатическими условиями, а наша область готова их принять. Новгородская делегация, в свою очередь, по достоинству оценила организацию уличного освещения в городе, где большую часть суток занимает полярная ночь. Также на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере науки. В Ненецком автономном округе нет высших учебных заведений, готовящих специалистов сельского хозяйства, в частности, оленеводов. А ведь эта отрасль является основой экономики большинства регионов Крайнего Севера. Наши партнеры рассчитывают на помощь новгородского вуза, который может стать первопроходцем в этой образовательной нише. Я предлагаю вашей кафедре механизации попробовать создать современную кафедру оленеводства. Стыдно сказать, что сегодня у нас специалисты по северному оленеводству не готовятся нигде в стране. У нас нет как будто бы в принципе этой отрасли. Помимо этого, округ намерен отправлять к нам на учебу геологов, экологов, нетропользователей и представителей других востребованных на севере профессий. Губернатор Андрей Никитин рекомендовал руководству НовГУ открыть здесь консультационный пункт для будущих абитуриентов. Для того, чтобы дети округа, дети Нарьян-Мара могли, не нужно было ехать в Новгород, чтобы узнать об университете. Им расскажут об этом здесь. Если они уже такое решение примут, то тогда они документы сдадут и поедут туда учиться. Кроме этого, мэр Сергей Бусурин представил жителям Нарьян-Мара проект «Великий Новгород. Город, в котором хочется жить», рассказав об экономическом, культурном и промышленном потенциале областной столицы.